Задагвилоцет. Я не знаю грузинского языка. Это не страшно. Грузины могут петь по-русски. У нас сегодня в студии любимцы грузинской эстрады. А скажи, ты думаешь по-грузински? Перемешку. У тебя такой кавардак в голове? Да. Может так красиво тихо петь? Тихо петь – это выдающееся мастерство. Ты никогда тихо не пел? Так, для себя. Все спрашивают, почему грузины поют хорошо. Эти композиторы, которые писали вот такие замечательные романсы, они не знали, что для грузин. Есть какой-то секрет у грузинских женщин, мне кажется. Есть, 100%. Да? Что-то что они это, там в вот подполе хранят. Так, да, хранят. Это грузинские мужчины. Да. О чем мы сейчас говорим, в какой-то момент оно начинает звучать уже практически как тост. В субботу до и после программы «Время». Ушло,